Так, данный мод был создан само собой. Идем к катсцене. Нужно за кадром голос наложить с историей совенка потом. И ты еще там пшикаешь перед дискордом. Дополнительные эффекты. Полное погружение, ты не понимаешь. Все, виноват кот. Дима Масленников, пионер лагере, совенок. Госпастер по-пионерски. Смотри, они там еще... Лена справа, видишь, блядь, на ползабору, блядь. Да, хорош. Бля, вот это вот его ебу. Да, да, да. Итак, вот мы здесь. Заброшенный пионерский лагерь «Совенок». Точки нет в конце, как обычно. Этот лагерь почему-то недавно перестали охранять, поэтому в этом лагере все сохранилось нетронутым. Дима начал осматривать автобусную остановку. Как будто, знаешь, ВКонтакте писал другой сценарий, просто оттуда скопировал. Звук есть. На эту автобусную остановку приезжал рейсовый автобус, и из него выбегали детишки. Сейчас место немного пустое. Легенда лагеря гласит, что здесь по ночам бродят призраки первого отряда, который в 89 году здесь погиб вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств. Так, микрофон поближе надо сделать. Так, ну, заходим внутрь лагеря. Жутко немножко. Да, дикий скрип. Жутковато немного. Еще раз жутковато, ну ладно. А вот и начало этого лагеря. Вот здание клубов. Попробуем осмотреть его. Это наш разбитый стекло, вот эта вся хуйня, это наш. Лумит, знаешь, так смотрите. У-у-у, сука. Бля, у него ебло. Открыт! Это, знаешь, это лицо такое, о, закрыто, ну я пошел отсюда. Здесь кто-нибудь есть? Он дверь открыл, нет? А ты что, звука не слышал? Не, я слышал какой-то чух-чух. Ну? Если оно закрыто, ну как чух-чух он орёт? Чух-чух. Ну он всегда орёт, когда что-нибудь, какой-нибудь звук. Здесь кто-нибудь есть? Куаче Куалькуно. Здесь кто-нибудь есть? Кейнстейн-касса? Is your emen here? Если кто-нибудь здесь есть, дайте знак. Просто. Охуеть. Знаешь, это как мем, где чел орёт в окно посреди ночи. Что будет, если ночью открыть окно и заорать туда какую-нибудь херню? Ну то же самое, это должно быть в ответ. Пошёл нах. Если кто-нибудь есть... Пошел вон какой-нибудь, скорее всего. А, скорее всего, крыса. Там этот Solid Snake крадется. Это вот так дверь открывает? Походу. Бррр. О, зашел. Здесь, видимо, был радиокружок. Интересно, что здесь до сих пор все осталось? Интересно, что здесь до сих пор все осталось нетронутым. О, блядь. Ебучее построение, блядь, этого. Какое конченое построение этого, вот этого, вот что это, блядь? Я все перепутал, даже язык. Ходит, осматривает. Покерфлейс. Лицо, изменится, нет?
Да что сейчас было-то, блядь? Есть кто-нибудь есть? Он чихнул, что ли? Кашляет или что это, блядь? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. То есть то, что заиграла музыка, это ничего не знает. Чтобы вы сейчас понимали, прыгал Горн и начали скрипеть половицы из дальнего помещения. И скрип. Лицо такое, да. Скрип. Покерфейс. Какой же здесь антураж. Рано, что никто ничего не украл. Вот что интересно. Люди здешних населенных пунктов боялись подходить к этому лагерю. Также здесь, по легенде, виднеются силуэты призраков по ночам. Мне уже начинает становиться понемногу мрачновато. Осмотрев это помещение, Дима отправился дальше. Дима съебал. Бля, даже сделать серию модов, типа «Возвращаюсь в страшный пионерлагерь», часть вторая. Потом взять разбор. Обязательно должен быть разбор, желательно через месяц или два. Да-да-да, разбор отдельным модом просто. А вот и, собственно, сам музыкальный клуб. Дальше всех стоит. По легенде, здесь заведовалась 17-летняя японка, которая мигрировала в СССР из Японии. Она умерла прямо в этом клубе от того, что ее придавило роялем. Давайте зайдем туда. Монтажная скалька. Здесь кто-нибудь есть? Сейчас, знаешь, кто-то по роялю, да? Херану-ка если... по роялю, я звали. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Там знак, знаешь, какой? Ку-ку, ёпта. Блять! Когда увидел голову деда. Вот здесь. У-у-у. Это что было? Мне как будто послышался звук, блять. Звук девичьего крика. Ладно, идем в Москву. Ну, обычный Дима, ну что сказать? С таким-то лицом. Вот тот самый рояль, которым ее придавило. Атмосфера, я вам так скажу, гнетущая. Ты знаешь, никого не смущает, что рояль стоит. Стоит и стоит, у меня тоже стоит. Все инструменты на месте, вся макулатура на месте, даже портреты висят. Это что, блять? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Интересно, где ноги? Блять, ног не видно. Блять, телефон. Знаешь, я более чем. Я более чем уверен, что просто там ног нету, поэтому она стоит за аватаркой. Да-да-да, я понял. Чтоб ты понял, у меня сейчас телефон включился, там, блядь. Погода на завтра. Вот тебе знак. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Дима отскочил от того места, где я видел силуэт какой-то пионерки, лопнуло стекло в окне. Контент. Так, давайте попробуем сделать фото на полароид. Я думаю, вспышки бы хватило просто, знаешь, как экран сменяется на белый. Продолжение следует. Бля. Это все? Короткометраж? Пока да. Просов Диме. Сделал фото на полароид. Просто 10 из 10. Я лайк поставлю этому моду.